Всем привет! Сегодня пришли аккумуляторы для камеры Sony моей 4K X3000, значит. Вот. У меня вот оригинальный аккумулятор, который был в моей камере. И вот это уже, которые пришли новые, я одну упаковку вскрыл. Значит, так вот это дело все в упаковке выглядит. Все такая черненькая, в общем. Все, параметры такие же, немножко по цвету отличается, но это, скорее всего, из-за того, что вот эта вот батарея у нас вот, 2018 года выпуска, это вот 2011. То есть со временем там материалы меняются. Что тут, скорее всего, 4 года прошло, там 3 года. Ну, в общем, я эту батарею посадил полностью, вот она как пришла с завода, значит, я ее вставил в камеру, и камера проработала, 40 минут проработала, ну, они, соответственно, где-то наполовину заряжены с завода. Так, ну, давайте ее вставим. Вот она, видим, еще тут небольшие отличия, как бы, ну, не сильные отличия. Как бы тут все, и буквы вот этот, голограммки играют. Все, и буква L есть, и буква R есть, и Sony надпись сама появляется. В общем, ну, идентичные батареи. Так, это она чуть-чуть вот немножко светлее и потусклее стала надпись. Так, ну давайте ее включим в камеру. Я ее только что полностью зарядил. И посмотрим, сколько она у нас проработает. Вот. Давайте включим камеру. Так, значит, я снимаю всего 25 кадров в секунду. И вот я сейчас поставлю на запись. Давайте нажмем запись. Все, запись пошла, таймер пошел. Значит, у меня там включен Wi-Fi. Но к телефону я не стал подключать. Вот она у меня 40 минут она проработала с включенным Wi-Fi по телефону. Я смотрел. Ну, сейчас я решил без этого. Wi-Fi включен, но не подключал телефон. Как бы, ну вот все, смотрите. Смотрим. Сейчас сделаю поближе. И уже я включу там, ну, через час включу камеру. Прошло чуть больше часа. Вот. Аккумулятор у нас так и показывает, что он как полный. Ну, сейчас еще через полчаса включу, потом уже. Камера проработала час 35 где-то, и вот такое появилось, что на одно деление аккумуляторная батарея стала меньше. Вот. Аккумулятор проработал час 45. Осталось одно деление зарядки. Вот уже час 46. Думаю, тут минут 5 еще осталось. То есть час 50 минут. Ну, это его первый заряд. Скорее всего, зарядка-разрядка. Еще и улучшится этот показатель. С третьего цикла зарядки-разрядки уже будет до 2 часов. Наверное, камера будет работать. Режим Full HD стоит. 25 кадров в секунду. Тут разницы особо, наверное, нет. Можно в следующий раз тоже попробовать 50 кадров в секунду. Либо в 4К попробовать. Ну, 4К она, естественно, будет меньше. Вот 1080, скорее всего, то же самое получится. В общем, посмотрим. Камеру выключать не буду. Пускай запись идет. Уже, чтобы точнее узнать время окончания.
камера выключилась у нас. Уже посмотрим на записи, какое время она выключилась.